Больше 200 дворов этим летом преобразятся по программе благоустройства. На придомовых территориях заменят асфальт, где-то запланированный капитальный ремонт. Дмитрий Антипов расскажет подробнее. Во дворе по адресу Красный проспект 163 уже убрали старый асфальт и установили новые бордюры. Проезжую часть расширили на несколько метров. Рабочие говорят, благодаря хорошей погоде идут с опережением графика. Закончат недели за две. Сложные моменты тут, они есть в любом проекте, здесь в том числе. Не все тут спроектировано, что необходимо было бы сделать, на мой взгляд. Но общаемся с администрацией, и они идут навстречу в плане того, что будут, видимо, увеличены объемы. И как бы сделаем полностью все. Любовь Маслова живет здесь с 1958 года. Говорит, десятилетиями не было капитального ремонта. Вот это у нас первый раз такое делают. Это точно вам говорю. Вот. Даже в подъездах не могут сделать. Это наш начальник не может сделать так ее ремонт. Все 220 объектов планируют отремонтировать до сентября. Объемы можно увеличить, если жители готовы сами вкладывать деньги в благоустройство. Дмитрий Антипов, Алексей Баженов, новости ОТС.